у нас сейчас выглядит это вот проценты, которые дает. Короче, я сегодня закинул 3 бакса. 3 бакса я закинул. Такой вот баланс сейчас мы обмениваем. Короче, я не буду сегодня брать 10 скинов. Возьму всего 3. Вот так вот по 1.02. Посмотрим, что он мне даст. Так, дает, да, 3. Все, полностью берем 3 скина. И, короче, с ними и будем что-то делать. Ну, как что делать? Цель-то все та же, да? Вы же от меня не отстанете, пока я там нож не выбью или перчатки. Цель все та же. Это максимальная цель. Минимальная — забрать то, что мы уже, то, что я уже потратил. Короче, начинаем с тебя. Так, поставить не успел. Ставки 1, тын-тын-тын. Так, давай мы первую начнем с полторашки. Короче, с полторашки начнем первую, посмотрим. Как и чё? Как и чё начнется с полторашки? Успел хоть поставить? Успел. Посмотрим. Херово началось с полторашки. Так, ну судя по всему, это был 1.3, то есть сейчас на полторашку должно зайти. Давай смотрим. Парадос. Фух. И что делать? Что делать? Похуй, еще раз полторашку ставлю. А, я не успел, что ли? То есть у меня сейчас остался один скин. Ну, похуй, давай, посмотрим. Ну, зашло. Ну, хоть что-то зашло. Окей. Арктический волк у нас снова, да, есть. Окей, хоть что-то зашло. Так, давай мы 1.4 поставим. Рискованно, один скин, короче, что это? Капец прям, капец, капец, капец прям. Ну, заходит. Фамас какой-то. И тут и двушка. Вот мудил, да, прям. Три подряд опять x2 идет. Бесячий, короче, этот хер. Может, у него сейчас этот, сейчас он как вчера там 8 подряд давал, что можно было на x2 ставить, кто бы знал там, да, можно было и x5 смело ставить. Так, 2.14, что делаем? Давай не будем сейчас пока жадничать. 1.2, ёптать. Все, я, короче, CS Goran, пацаны, это вообще не мое. Ну, как бы я тут какой его знать. Смотришь, вот идет статистика, да. Такой думаешь, пиздец, ништяк там, да. Вот-вот-вот идет. Тут бац-бац-бац. Вообще, тут, короче, это. Ну, не, я не верю, конечно, в то, что после того, как я залетаю. Когда я залетаю, здесь меняется что-то, да. То есть, ну нет. Здесь, короче, комбинация, они как бы рандомно там выпадают все друг за другом. Просто пока ты, падла, не ставишь, то есть более-менее там что-то все падает. Как только начинаешь ставить, когда хуйня, короче, падает. Сорян за маты. Вот, короче, CS Goran. CS Goran. Ну, знаете, наверное, я оставлю этот сайт тем, кому в нем везет. Потому что, сколько, 3 дня подряд я... Ставки — это вообще, ну, не мое. Это не мое. Угадывать коэффициент — это все, это вообще не мое. Я лучше снова пооткрываю кейсики, подумаю, какие кейсики пооткрывать. В общем, на CS Goran я пошаманил. Как бы можно, если зная, как там, да, если осторожно, то хер его знает как. Ребят, в общем, спасибо всем за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, пишите,
какие сайты можно, в принципе, еще посетить, где еще что можно попробовать, кидайте ваши промокоды. На этом все. Увидимся в следующий раз.